Ну что, ребят, меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition на легендарной сложности, и мы проходим Данвгард, дополнение за вампиров. Привет, скелетик. Приветик, бедненький. Господи, это что, ему руки сложили вот так вот как-то наверх? Или кто-то меня толкает? Ха, да сирана. Подкрадывается все ближе и ближе к своему Давакину. Девочка, отойди, у меня есть жена. Отойди, отойди. Серьезно. Она меня зажала. Ой, ребят, в Харькове такая жара, что я перебрался в маечку. Хорошо, что я... Так, там кто-то выскочил. 30 градусов, ребят. 30, черт подери. Оу! Привет! Оу! Господи, мой факел там еще горит. Я понял. Немножечко прокачаю этот скилл. И знаете что? Знаете что? Давайте, наверное, я юзну воплощение дракона, которое будет мне тоже помогать. О, да! Дайте-ка посмотрю на себя. Вау! Вау-вау-вау! Так, ну что, ребят? А ну, вылазь! А ты еще откуда? О-хо-хо-хо-хо, бедняга! Приуныл да как. Ух, и заберу. Ух ты. Кирка. Ну ладно, какой-то рабочий. Вот он. Вот он, гад. Который. Ну. О! Да! Ха. Две мирские металлолома у него. Денежки. Ушки, ушки, ушки. И сет. А, это наш. Это наш парень. Я просто хочу посмотреть меч, немножечко зелья. Вау. А это что? Это Сталтгрим? Ну, получается, да. Так, у нас какая-то ловушка. Только нифига не... Нет, никакая не ловушка, ладно. А ну, ребят, подождите. Оружие, оружие, оружие. У меня кирка, ну да. Если сейчас возьму кирку, то... Я смогу его добывать или нет? Да нет, это не он. Не, ну, черт подери, очень похож на Сталтгрим. Ну, вообще-то это, наверное, просто лед. Просто обыкновенный лед. Ладненько. Секунду. Я пособираю эти цветочки. Потому что они, по-моему, водятся только здесь. Только здесь. Еще крутую фишку мне подсказал Михаил Цар. Вот смотрите, у меня есть маска. Маска под названием... одежда, маска под названием Канарик. У него 3% на то, что у меня может появиться он, если у меня будет, по-моему, минус меньше 25% здоровья, то выскочит драконий жрец. Но и у крика, драконьего крика, есть такая вот фишка, что если у меня меньше 50%, появляется драконорожденный. То есть, прикиньте, если совпадется и появится сразу два. Ну, шанс-то есть. Но это будет вообще эпик момент. Это эпик-эпик момент будет. Самый эпический момент и с самым маленьким процентом. А ты еще откуда? Да вижу, вижу. Много жуков. На! Иди сюда, мой маленький. Блин, офигеть, я все равно приседаю на легендарке это. Грибочки и все. Извини, мой дорогой, но яд на меня не работает. Ты же знаешь. А, он не знает, что я вампир. Он не знает.
Ладно, возьмем эти яички. Господи, как же тут темно в этих пещерах. Темно и мрачно. А ну секунду, талант. О, у меня еще два вызова креста осталось. Надо будет в каких-то моментах... А, я же хотел на боссе как раз-то вызвать его. Это будет классно. Зрение вампира. Ну давайте, насколько будет... Что-то поменялось? По-моему, ребят, ничего не поменялось. Ух ты, бедняга. Беднее заберу ингредиенты. Приветик. О! Обожаю за этого игру. За этих моментиков. Блин, недавно зашел до парня, который недавно начал стримить Skyrim. Он обычно не стримил Skyrim. Ну, а тут начал. Ну, не знаю, может быть, ему не нравится Skyrim. Только я не пойму, зачем, если тебе не нравится игра, ее стримить. И знаете, названия такие вот... Как он там? Дуракон или Дракокон. Ну, то есть, такие названия, знаете, которые, как бы, лично для меня, они оскорбляют игру. Ну, зачем, если тебе не нравится... И как он говорит, ну, эту игру нужно играть для тех, те люди, которые не хотят совершенно думать. Ну, такой вот, знаешь, начинается стрим, а такой дизлайк, отписка. И пока, парень, блин. Ну, нафига, нафига, нафига? Зачем? Зачем, если тебе не нравится игра, просто не играй в нее, черт подери. Зачем же вот это вот выдумывать всякую такую вот хрень? Не понимаю таких людей, серьезно. Не понимаю. Ого, скелетик подсказывает, что... Господи, мне вот так вот намного лучше смотреть хочется. Ребят, сори, что-то спина зачесался. О! Нормальная ловушка. Отличная. О, бедня. Тебе не повезло, друг мой. Тебя привалила ловушка. Так, спрятались. Я, по-моему, опять пошел куда-то. Так, секунда. Карта местности. Тут обалдеть, какие лабиринты. Я хоть правильно иду? Просто там как будто была какая-то развилка. Может, мне, конечно, показалось. А, то, наверное, через низ проход. Ну, ладно, я понял. Принцип понял. Приглушение шагов. Это, знаете, чисто покачать магию, ребят. Чисто для магии. Цепи и ловушки. Смотри осторожнее. Что бы ни было на другой стороне, фалмеры хотели, чтобы это оставалось там. Ух ты, ребят. Я, честно говоря, вот эту вот штуку, привязанная веревка, впервые вижу в игре. Ну, точнее, в других локациях я такого нигде не видел. Вы где-то видели? Черт подери. Ага, угадал. Что это? Что это за животное меня встречает? Это ж, по-моему, новые животные, которые водятся только здесь. А ты еще откуда? Да, это длинный саблезуб. Он, по-моему, только здесь водится. И самое интересное, и фишка в чем? Что мы можем взять вот эту вот уникальную кожу его, шкуру, и сделать какие-то украшения у себя дома, в поселении. И они будут уникальны. Почему? Потому что мы только здесь можем найти вот эту вот шкуру. Я обязательно после прохождения построю себе новый дом, который давно хотел построить, и который никогда не строил. Это дом с озером. Да, ребят, будем вместе строить. Так, так что мне нужно побольше таких штук. Растения. О, тут, по-моему, ребят, открывается... Да. Прекраснейший вид. Это мне напоминает черный предел. Мне всегда хотелось увидеть что-то подобное. Это стоило всех усилий.
Офигеть. Мне аж мурашки из-за таких моментов. Вот, конечно же, еще обалденная особенность Скайрима, когда вы приходите и видите такие виды, и вот тут вот музыка, которая срабатывает, и тебе прям мурашки по коже. Вау! Парень? Ты сиранин. Ладно, пойдемте дальше. Я что-то забыл. Что это за растение, черт подери? Я что-то взял. Ладно. Вау. Да, 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 да. Это реально напоминает черный предел. Волшебный черный предел. Так, стоп. А куда это пошел? А, мне нужно было вот так вот. Это да. Ага, смотрите, опять эти растения. Ну зачем я беру? Они, по-моему... А, так это ядовитый цветок. Ух ты. Как хорошо, что я прохожу за вампира. Слышите? Да, я помню, когда я проходил не за вампира, этот яд очень, очень меня дамажил, кстати, вот видите. У вампира очень много преимуществ. Очень. Пойдемте дальше. Что это? А, смотрите-ка. Это олень, у которого тоже шкура уникальная. Так, я убрал, наверное, свой зефирчик, да? Да, я убрал. Блин, ладно, давайте поставлю на троечку. И возьму стрелы, ну, помощнее. Дейдрическая. Ну и давайте, наверное, я нанесу какой-то яд. Блин, сколько зелья. Да, вот этот самый обыкновенный. Спокойно. Тихонечко. Готов. Ага, там еще один. Так. Тихо, 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 не спугни. Да я охотник, черт подери. Почти. А самый красавчик с рогами убежал, да? Вау! Просто целое стадо было. С трех штук. Вот она, шкура долинного оленя. Ее тоже можно сделать, ну, взять и сделать уникальное украшение, которое будет отлично смотреться дома. Так, следующий там и один здесь, по-моему, да? Да, вон в воде. Вау, а ну-ка давайте немножечко дно обшуршим. Что это? А, нет, ничего. Ну, что ж, судя по всему, тут ничего нет. Ладненько. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да-да-да, я понял. Вылазию. Давайте того заберем. Господи, я испугался, думаю, кто это. Ага, вот он. Забрали шкуры. И пойдемте дальше. А я так не пойму, я забираю какие-то... Не, ничего не забираю. А, нет, ядовитый цветок добавлен. Блин, наверное, из него можно такой яд делать мощный. Вау! Если кто-то знает, то сбросьте мне рецептик, пожалуйста.
Будет очень круто. Да, ребят, тут нужно надолго залипнуть. Ароматы. Для вампира это прекрасный запах. Опа. Тут у нас еще один. А ты еще откуда? Готово. О, еще льдышкой попал. Попала девочка. Вау. Ну, он тут поприносил себе жертву. Нормально себя чувствовал. Ой, еще и соберу стрелу. Да что такое? Вау, да мы там все украсим. Вот это да. Господи. Надеюсь, The Elder Scrolls 7 будет такой же прекрасный. Только добавят какие-то новые технологии. Крутую графику. Мне недавно добавили информацию, что типа... Ага, вот дух... Кажется, там очередное дорожное святилище. Да. Ну, ну вот, пожалуйста. Ага. Наполнить кувшин посвященного. То есть это первый будет. Нифига себе. А ну секунду, дайте немножечко тут осмотрюсь. Там вроде бы ничего нет. Привет. Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище света. Света. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Да. Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да осветит он твой путь к покою внутреннего святилища. Что за магия заставляет поднимать тонны камня? Да светит ваш путь сияние Ауриэля. Да светит. Так, секундочку, ребят. Тут какой-то выступ. А, нет. Больше ничего нет. Секунду, ребят. 5 сек. Это чисто для себя скрин. Пойдемте дальше. За святилищем, интересно, ничего нет? Да нет, ничего нет. Да осветит ваш путь сияние Ауриэля. Хотя можно тут прекрасно застрять, да? Ладно, пойдемте дальше. Да светит ваш путь сияние Ауриэля. Ага. Ну что ж, пойдем дальше. Намного лучше видно. Там, наверное, из-за того, что снег и шел, обзор был вообще минимальный. И темно-темно. А тут уже с моей яркостью отличный обзор. Я птичек слышу, или что это? Или мне показалось? Так, дайте-ка, наверное, я прокастую на себя. Ну да, смотрите. Вот почему я слышу. Как будто мы находимся не в пещере, а где-то совсем рядом от поверхности земли. Это выход?
Мы уже вышли. Мы уже вышли в долину. Это невероятно. Как будто совершенно другой мир. Ну давай. Лук должен быть где-то в этой долине. А чё так быстро? По-моему, что там... Или я что-то напутал? А, там, по-моему, еще будет целая серия. Вау, господи, а чё так плохо видно-то? Это сейчас... А, из-за того, что ночь. Давайте, наверное, сделаю день. Вау, мы пришли, ребята. Животные гуляют. А ну-ка, давайте устроим небольшую охоту. О, черт. А ты еще откуда? Эх, Мазила. Там погнался уже за ней кто-то. Ладно, ребят. Я не знаю, из-за погоды, но почему-то так мрачно. Насколько я помню, тогда это было намного ярче. А, может, это связано с тем, что я вечно играю с настройками. Секунду. Давайте вот так вот сделаем. Вот, так намного лучше. Я не любительница солнечных ванн, но даже они лучше, чем это. Тут новое музыкальное сопровождение. Господи, как же давно я тут не был. Зубы. Вау. Привет, дружок. Я тебя заберу. Да, ребят. Новые земли. Тут, по-моему, еще свои тайны есть. Ух, я помню, бегал в это дополнение, когда еще даже не было перевода русского. Ну, то есть вообще все на английском, я нифига не понимал. Так, стоп, секунду. Ага, мне кажется, вижу еще одно святилище. А, можно карту открыть. Да, его же показывают. Вот следующее. И там, по-моему, тоже какие-то врата, и там есть. Хм. Ладно, давайте сначала сюда зайду. Ой-ой, наше животное. Стой, 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 стой! Это что там, очередное дорожное святилище? Интересно, куда это ведет? Блин! Да знаете, как она бежит? Фиг попадешь. Ладно. Привет. Добро пожаловать, посвященный. Это дорожное святилище зрения. Зрение. Да. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Конечно. Тогда узри дар Ауриэля, дитя мое, и да ускорит он твое путешествие к внутреннему святилищу.
черный переход. А куда это дальше? Не-не-не, подождите. Я еще туда не хочу. Я еще хочу тут побегать. Тут, по-моему, еще одно святилище. Это вон оно. Вон наш олень бегает. Да, ребят. Вот это да. Добрался наконец-то до этих святилищ. Наконец-то добрался. Вау. Паучки, наверное, сейчас повыпрыгают. Да. Ничего себе. А ты еще откуда? Гигантский. Малыш. Отстань. Готово. Господи, бедный улетел. Или подождите. Или, по-моему, мне нужно все-таки в то святилище, потому что там будет какая-то маленькая локация, которую я должен пройти, потом выйти. Не-не-нет. Нет, я что-то путаю. Или нет, или не путаю. Фиг его знает. А что же делать? Туда идти? Я не помню, черт подери. Господи, сейчас, наверное, откроется. Вау. Ничего подобного на моем острове не видела. Офигеть. Вон, видите? По-моему, мне нужно аж туда добраться. Обалдеть. Какие-то новые сундуки добавлены. Ух ты! Неизвестная книга, том 1. Ух ты! Древняя книга какая-то. Здесь... Заберу. Так светло. Не понимаю, как ты это переносишь? Довольно просто, честно говоря. Кстати, там еще одно святилище. Пойдемте сразу туда сходим. Это да. О, привет, дружок. Ты мне нужен. Ты купайся, да? Ну, немножечко застрял. Бывает. А ты еще откуда? Будешь знать. Пойдемте заберем трофей. Стой, 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 стой. Эти штуки повсюду, да? Да, повсюду. Привет. Тебе удалось добраться до дорожного святилища учения, посвященный. Хочешь почтить святые слова Ауриэля и наполнить свой сосуд его просветлением? Да. Ауриэль благословляет тебя, дитя, ибо ты теперь на шаг ближе к внутреннему святилищу и вечной мудрости. Стоит ли мне туда проходить или нет? Его знает, ребят, я не помню. Если что, напишите мне. И смогу ли я вернуться сюда потом. Потому что я, честно говоря, подзабыл. Вау. Музыкальное сопровождение просто 10 из 10 здесь. Смотри осторожно. Если свалишься с этой штуки, мне придется тебя вытаскивать из... Ну, из чего бы ты ни было. А ну дайте я сохранюсь. Я туда могу упасть? Оу! О, черт! Ну, смотрите, там есть дно.
и лук мой прилетел. Я просто думал, там какая-то локация, нифига. А что там за руда, интересно? Что тут можно добыть? Это ж явно какая-то руда, да? Малахит. Да. Блин, черт подери. Я, наверное, все-таки схожу туда. Блин, так хочется. Ну, я имею в виду в первое-то святилище и нырну. Ой, смотрите, сундучок. И скелетик. Воу! Привидение, ничего себе. Так, в кошельке у нас виноград Джазби, хилочки и... Железный меч, бедняга. А, надо взломать, ладно. Взламывать я еще умею. Вообще на изи. Драгоценные камни. Охотничий лук. Тут ничего нет. Блин, даже нырнуть нельзя, тут слишком мелко. Так, это значит, оттуда я пришел, и там одно святилище. Блин, я, наверное, все-таки в него нырну. Потому что мне аж хочется туда посмотреть. О, господи. Что там? Блин, какая же атмосфера с этими водопадами. Вау. Вау. По-моему, большой и злой дяденька. Вот он, вы только посмотрите. О, дорогой. Дай-ка я, наверное, кастану. Смотрите, он так не агрессивный. То есть он как великан. Близко подходишь, получаешь лещей, да? А ну давай. Давай, мой дорогой. Тоже, наверное, может отправить нас в космос, да? О, черт, я промазал. Воу. Ну-ка. Ух-ху-ху! Его мощный удар, по-моему, намного мощнее, чем мой, ребят. Давайте-ка я отхилюсь. Это да. Ой-ой-ой, черт! А мана-то закончилась, дружок. Мана-то закончилась. Так, сила есть. Невидимость. Так черт, это невидимость! Получай! Вау! Ледяной великан! Да, его сделали по форме очень похожего на Карстага и на великана. И у него вот такие вот уникальные штуки. Это аметистовый парагон. Их, по-моему, нужно собрать 4 или 5 штук, и мы сможем добыть легендарнейший артефакт Ауреля. И это не лук, ребят. Это не лук. Я думаю, многие уже догадались. Ну ладненько, дорогие мои. На этом я буду заканчивать. Давайте все заберем. Дубину взять нельзя? Нельзя, как всегда. Ладненько, ребят. Всем огромное спасибо, что смотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Вау! Это обалденный мир. Пока.